Знаете, вопрос интересный. Если бы я, наверное, копировал, сейчас очень модно копировать, 99% это как работают копировальные машины фотографа, то я бы никогда не снимал до National Geographic. Из американцев я дружу с Полом Никлином, как бы нравится он. И плюс очень хороший друг Винсент Минье, как бы вот, наверное, два человека, которые, во-первых, мои друзья близкие, а во-вторых, мне нравится, как они снимают. Но мы никогда не копируем, никогда не переходим друг другу дорогу. Два человека, которые как бы... Ну, еще можно, знаете, есть такой старый фотограф, я с ним познакомился, по-моему, в Голландии на фестивале, Джим Брандербург. Ему сейчас лет, наверное, уже под 70, так. Я его пригласил сюда на жюри, мы работали вместе в жюри. И в честь приезда, он снимал волков, и в честь приезда мы пошли с ним в бар Тату, и он на ноге себе сделал след волка. И теперь всегда, когда мы с ним общаемся, мне присылают фотографию этого татушки, как бы на память о визите в Россию. Ну вот он тоже уникальный фотограф, который мне очень нравится.